Всем доброго времени суток, зрители и гости канала. С вами Хрячья Семья, я Хрячья Батя Грегор. Мы с вами продолжаем проходить Вуконга. Мы с вами закончили на том, что прибежали в храм. Побили пару боссов, когда не должны были их бить. Но, я глянул, что да, мы пробежали с вами мимо Женьшеньки. Он должен быть на снежной локации, там где, что там, пагоды. Или какое-то еще святилище. Святилище кармы или что-то такое. В общем, сейчас мы телепортируемся туда и проверим. И... Самое ироничное, я не знаю, почему я запомнил, что этого монаха надо искать по направлению вправо. Видимо, я просто прочитал других и решил, что направо надо, но нет. Ирония в том, что он по входу в основное здание по левой стороне ищется, а не по правой. Так что, да, нам предстоит вернуться в самое начало этого храма. Ну, в принципе, это было ожидаемо на самом деле, так что все нормально в этом плане. Башни кармы, вот, да. И чуть-чуть пробежаться. Чуть-чуть пробежаться, но мы обязаны его отмудохать. Во-первых, чтобы записца, лису... Забавно, что игра сама не знает, кто это писец или лиса. Ну, видимо, как вольная трактовка, может, какие-то там произведениях оно все. Же такие, чтобы бегал. А где тут Женьшенька? Подожди, где Женьшенька? Так, вот этот я помню матерый. Он сейчас может, в принципе, мне даже надавать, в принципе. В принципе. Ну давай, по-честному подеремся. Ага. Ага. Блин, знаешь, иди в жопу. Невкусно было. Так, Женьшенька. Я просто не помню, куда я бегал, поэтому... Это точно не оно. О, вот это выглядит как Женьшенька. О, мне кажется, это оно. Мне кажется, это вот... То, что нам нужно. Смотрите, какая замануха, да? Куча кустиков. Они такие, типа, растут. Ага. А, нет. Ты маленькая, Женьшенька. Тихо, угомонись, пожалуйста. Не успел я. Не успел. А вот если не успел, то огребаешь. Тут справедливо, на самом деле. Ага. Ты все еще не папа Женьшень. А вот теперь успел. И как же это вкусно. Так, ну что, папа Женьшень? Папа Женьшень. Здорово. Все нормально. Воу. Не, ну хорошо ударил, кстати, надо сказать. А, я понял, почему. Ты меня отравил или нет все-таки? А, я вижу корешки. Дядя. Я просто тебя не вижу. Выйди, пожалуйста. Мы с тобой просто по-честному подрались. Ясно, понятно. Ты будешь есть его? Спасибо. Тихо, выпусти, пожалуйста. Так, ладно, хорошо. Я думал, что мы с тобой просто разойдемся. Ты не хочешь.
И вот тебе еще бонус. Это уж будем относиться к тебе по-серьезному, то... Я, ну рад, я же говорю, по-серьезному, то по-серьезному деремся. Все? Я женьшеньку заберу в тебе? Женьшеньевый плащ? Это типа броня какая-то? О, я еще и скушал женьшеньку. Ну а ну-ка. А, он даже выпал мне. Уникальный эффект. После использования бутыли ненадолго увеличит максимальный запас минут. Блин, а выглядит прикольно, кстати. Если бы у меня не было броня с этого. Блин, ну выглядит, конечно, классно. В тени деревьев лежу хмельной, не зная горести, тревоги и забот. Пускай позор, слава и почет меня всегда обходят стороной. Блин, очень неплохо, хорошо сказал. Блин, ну... А у меня... Да, пусть по бутыни долго ищет силу атаки. Если достаточно долго не пить из бутылки, атака собирает на такое же значение. Подло. Доп урон по врагам, мало здоровья у которых. Ну, переодеваться специально под женьшень. Не, просто я как бы пытаюсь уклоняться, понимаете, поэтому... Избранный превращается в старого женьшеневого гуая и пускает корни, призывая одного или больше женьшенников, которые атакуют врага. Иллюзия запас здоровья призванных существ. А, ты как раз специально для этого, да? Для иллюзий. Ну, типа иллюзии плюс женьшеньки. Подолгу ты, конечно, все делаешь, но две женьшеньки. Да, действительно. Оба-на. Привет, а ты что такое? Экстракт из нефритов. Подожди, ты хочешь сказать, что это же еще улучшение напитка, да? Блин, неплохо. Да, давай. И пью. Мне все время было интересно, как это выглядит, кстати. Ни разу просто не приходилось использовать, так что... Просто любопытно. Так. Женьшеньку мы догасили. Теперь наша с вами задача... О, кстати, да, давайте глянем сразу, раз мы здесь пока. Рарный, круто. Экстракт из нефрита. Каждый глоток восстанавливает 36% здоровья и среднее количество маны. Маны. Кстати, вот чего я не пересмотрел тогда, когда я заморачивался в свое время с тигром Гуай, ну, с тигром Инь. Я что-то перекидывался специально под, ну, типа, бой с ним. Ну, я предположил, что вот такое будет лучше. Гайда по нему особо как бы нету, но просто прикинув одно к другому, поставил, что лучше будет сделать вот так. Кстати, я еще планировал сходить этого мужика навестить, потому что вроде как мы перебили с вами все, ну, весь командный состав. Вот. И я совсем забыл про эту колбочку. Я, главное, заглядывал, типа, могу ли я их улучшить. Мне же нужны были эти, как его, винные черви, которых у меня нету. И в итоге... так, ну там назад, по-моему, возвращаться же надо. И в итоге, короче, как вы видите, я просто их пропустил абсолютно. Достал, хорошо. А, у меня концентрации нету. Знаете, классическая привычка. Ты идешь по карте, рассчитывая, что она у тебя есть, а ее у тебя нет. А ее нет у тебя, потому что как бы ты сейчас не дерешься. Здорово, друг. Спасибо,你带他们回来，不用再受心魔之苦。我少小离家。 也曾自诩天命所归，可如今成了这副样子，连跟着我的兄弟都不得善终。
这个与我已无用，你先收下吧。 Наконечник копья Чубая. Так, ну, наверное, это того стоило. В любом случае, это стоило того, по той причине, что мы закрываем моменты, которые нам выдаются. Знаете, есть в выполнении квеста определенное чувство завершенности. Ты его выполняешь, и все хорошо. Как с мобами здесь, кстати, надо отметить, как с боссами, вернее. Хотя некоторые мобы тоже... не. Благо, тут проклятия больше нету, так что жить можно. Так, изготовить уже можно? О, особая пушка. Это копье! Это не палка, это копье! Избранный включает в серию быстрых атак приемы боя с копьем, усилий удары стиля выпадов. Что такое стиль выпадов? Блин, ну крысиный мудрец, он прям... хорош! Кстати, крысиный мудрец — это наша классическая палка, а вот это... А я изготовлю! И я хочу взять копье. А я могу тебе этот... Ага, только у кузнеца. А у кузнеца, короче, можно просто усиливать снаряжение. Если кто не знал, я за кадром просто это делал. Очень дорого, на самом деле, усиливать снаряжение. Подороже, чем в каком-нибудь Dark Souls, например. Тут проблематичнее все это сделать. Ну, у меня были ингриды даже на второе улучшение, потому что все по единичке улучшился. Но просто второе уже требовало, так сказать, рарный ингредиент. И вот этот рарный ингредиент мне тратить не хотелось. Так, по левой стороне. Вон туда. Блин, у меня копье. Охренеть. Раз, два, три, четыре, пять. А это стойка выпадов или чего у меня сейчас? Вот. Я вот единственное, да, чего не пойму, это вот эти вот штука с выпадами. Боевые искусства. Да. Ударная стойка. Ну вот, да, я же говорю, стойка выпадов, это вот немножко другое. Это совсем другое, смотрю, правда. О, да, это... А, не могу пока. Так, ну, ладно. Я не очень хорошо дружу со стойкой выпадов, но это копье. Интересно, вот что им. Мы его все равно протестируем, вернее. Протестируем. Если будет хорошо и вкусно, то будем бегать с копьем. Если не понравится, то, ну, типа... О, нет. Слушайте, я убил вашего хентайного военачальника. Может быть, вы... Их там четверо. Вы прикалываетесь надо мной. А я могу одного отвлечь на себя, например, только? Эй, парень. Дядя. Да, ты, давай. А ну-ка. Не то, не то. Совсем не то. Нравится, тебе свои щупальца трогай, да, вот это вот все. Сейчас, подожди. Ну, как-то немножко непривычно, если честно. Давай. Я пока не могу однозначно сказать,
что я по этому поводу думаю, но атаки стали менее размашистые. Мне нравится сам стиль. Ну, атака для копья. Типа, выглядит прям, как по мне, очень круто. Но меня терзают смутные сомнения. Мне нужен просто первый серьезный противник. Я, кстати, вообще могу же поменять его, да, чуть-чуть? Да, спокойно. Не сильно увеличит атаку. Усиливаю удары стиля выпадов, да, но у меня стиля выпадов просто нету. Вот в этом вся проблема. Ну, ладно. Я же говорю, мне пока просто нравится, как это выглядит. Ну, я же говорю, просто первый же бой с кем-нибудь. Серьезным. Черепыха. И на основе этого уже можно будет сделать какой-то вывод. О! Вот, например, вот этот парень, кстати. Оба-на. Здрасте, мистер. Мистер Кастер. Так, ну чё, давай. Эксперименты. Это, наверное, не очень честно. Так, вот он. О, вот она, это легендарнейшая схватка. Ага. Ага, серия четырех у тебя. Жадничать, друг. Ну, блин, я все еще не могу определиться. Если честно, это просто очень странно. Так, левая сторона, левая сторона. Ну, это не похоже на локацию для боссфайта. А вот это уже поинтереснее, мне кажется. Так, не, давайте. Блин, мне сам факт копья очень нравится, понимаете? Прям. Я его вижу и прям... Блин, господи. Я ломаю вещи и пугаюсь этого. Зря ты так, конечно. А, о-о-о. Крут. Ни один дед еще так не делал. А ты молодец. Кто-то еще шагает? Господи! Вы что, сегодня устроили хоррор мне? Так, ты не агрессивный женщина? Я просто убил вашего папу, так что я теперь во всем сомневаюсь. Здрасте, сударь. Да, я здесь. А ну-ка. Из двух лап. За них просто крупицы разума дают, ну...
Либо, да, вот просто я так встречаю удачно пацанов. Но это же круто. Это очень-очень круто. Так, и... Да. Чем меньше ХП, тем сильнее удар. Так, ну в принципе, я думаю, вот на вот этой точке мы можем попробовать превратиться в песца. Так, это точно не тот вход. Его просто выставили за дверь и не пускали домой. А нам, скорее всего, вон в тот храм. Сейчас нам, если повезет, кстати, то, может, мы даже их не спровоцируем. О, хорошо прошло. Так. Это что тут? Ничего. Так, левая сторона. Пойдемте на левую сторону. Блин, ну в паре они, кстати, наверное, получше бы справились, чем соло. Так, дедулька, я свой. Не трогай. Так, он должен быть в доме. По левой стороне дом. Я вот этот вижу. Ты не по... Лестница наверх. Я осознал, у меня нет очка концентрации. Так что я не прав. Ай-яй-яй. Я странно отражаю удар в какой-то момент. Он вроде как и отражает его, но вроде как и переключает меня на силовой удар. То есть не продолжение комбо, а просто много более. А у меня нету очечей концентрации, так что... Ты не серчай, пожалуйста, я... Пико. Пико, давай. Видишь, я научил тебя спускаться с лестницы. Вот опять, да. Мне кажется, это где-то я немножко косипорю просто. Да. А как? Ты неадекватный. Он зачем-то решил вместо здесь по лестнице запрыгнуть здесь, понимаете? Поэтому не ударили. Но! Мои шипованные трусы меня защитили, видите? Я знал, что они пригодятся когда-нибудь, и они... Слушай, ну давай мы вот сейчас. Вот сейчас. Опа. Нет, не делай этого! Какой же ты конченый... Еще пару раз бы потыкал, если честно, этой палкой, блин. Блин, знаете, вот нравится. Вот нравится это копье. И ребята говорили, по-моему, что, вернее, как или в гайдах, или ребята, что стойка с выпадами, типа, она вообще классная. Но, если честно, то, как бы, я уже так привык вот этому посоху, он такой родной. А! Это дед-завистник. Пока я бил от другого пенсионера, он такой, не, я не буду, я его пенсию получаю. Так, а вот...
Я заберу. Вообще прикольно, знаете, тут локация, это, ну, на удивление иногда крупная. Вроде как кажется, что, ну, чё там. А потом, как они показывают, огромнейший храм просто здоровенный. Знаете, вот этими атаками так как-то привычнее. Я уже всю игру стольких врагов захреначил вот этим вот посохом на самом деле, что как-то оно прям такое родное. Так. Интересно, кстати, а слепые монахи возрождаются или нет? Просто если да, тогда очень странно, что с них падает крупица разума. Или, возможно, с них можно ее фармить. Твое, пупсик, твое. Вот. Подожди, какой холод. Эти монахи не умеют холод вызывать. А кто холод вызвал? А, ничего себе, пацаны, пацаны, стойте. А, они рас... А, не, не распались, я думал, они распались. Не-не-не, мородиться будем потом с тобой. Но нифига себе. Чё умеют, а? Так, ну у меня есть, что есть одно дроже укротителей тигров на бой вот с этим дядькой. Гайди опять писалось, что ну, он сложный, тяжелый, типа вы. А, ну, единственное, наверное, что я очень могу пожалеть, это было сказано про игнор у него контроля. Ну, что я на это могу сказать? Ну, будет игнорить. Значит... Не будем контролить. В этом плане все очень просто. Ой-ой-ой, заранее заметили. Плохо. А ну-ка, дед-волшебник, давай. О, сейчас, давайте я бегу здесь. Ну, мне просто любопытно уже стало. Ну, тут какой-нибудь секретный лут спрятан. Пока только пацаны. А под... О, монах. Нифига, он сразу начал. Обычно он что там подумает перед тем, бить тебе или не бить. А этот не стал думать. Блин, мне нравится, знаете, поведение Вуконга. Он вроде бы обезьяна, но он максимально пафос, смотрите, медленные движения, да, после вот этого удара, он такой, типа, прокрутил, такой, ха, ушку, типа, такой, да, дуники. Ой-ой-ой, подождите, так если же я тут друг... Ха, это он. Если я здесь окочурюсь, ставьте, как далеко мне бежать. Но, ладно. Ты запрыгнешь? Ты
愿独为笑，我佛慈悲，便再超度你一回。 Мать твою, да, ногу. Неприятно. Угу. Я просто не знаю, что ты делаешь, дед. Ага. Рановато я попытался. Опять? А как мне с этим справиться, слушай? Здорово, дедуль. Ага. Силен, силен, понял. Да тихо, тихо, дедулька. Не очень далеко бежать. Не то выпил. Ух ты, комба какая. ХП нету, чё ж я дерусь-то с ним? Опять 25, да? Ага, все, угомонился, да, дедушка? Дай выносливости. Дед, дай передохнуть, пожалуйста. Снова бумажки, да? Да нет же. Здорово, дедуль. Ял就是ял.
Но при этом ты почему-то считается тоже вождем Яогаев, так что... В общем, не тебе крекать. Итак, не опустевший. Посмотрим. Избранный превращается в неопустевшего и принимает призрачную форму, в которой он неуязвим для врагов. При получении удара восстановит среднее количество очков выносливости. Ну, это такое себе. А, либо пока я в духе, он типа тоже... Понял. Ну, не могу сказать, что это... Нет, бой был серьезный, надо сказать. Прям такой. Он да, вот он непростой. Все, как они сказали. Еще вот этот режим у него, когда он в призраке, что он... Ну, вообще ничего не получает. От слова совсем. Он прям такой... Неприятненький. Скажу прямо, ну... Терпение и труд. Терпение и труд. Но, с другой стороны, в принципе, мы-то, конечно, можем сейчас где-нибудь отлететь. И телепортироваться сразу туда, куда надо. А почему? Да потому что здесь больше ничего нету. Ну, я тоже посмотрел же уже, раз я искал боссов, думал, типа, дай-ка я осмотрю. Имеется в виду этот... Не то чтобы гайда, а описание. Боссы кто, вот такой вот все. И в общем-то это по факту все в нашем случае. Нас тут прям такого ничего больше не ждет. Ну если только вот там я экспу не захочу пособирать. Подожди, это что-то чудесненькое, да? Угу. Там сундук, ладно, подождите. Я бы сундук забрал просто. Ты не хочешь допрыгнуть здесь? Хочет. Не-не, дед, отдыхай. Ты хорошо. А, тут иммунитет к урону, нормально все. Не-не-не, мужик, ты тоже давай переставай. Так. Давай, теперь мы деремся на равных. Вернее, даже у тебя превосходство надо мной. Да я просто без выносливости, ну. У меня ни маны, ни выносливости, ни хрена нету. Так решил с ним подраться по приколу, так что. Блин, ну выносливость кончается, будто бы, я не знаю, не в себя, как говорится. Эй, дружба. Да по отдельности просто можно? Нет, нельзя, я понял. Давай. Давай, давай. Вот как-то так. Ну тут прям хорошо бы запоминать действительно, что делают противники. Вот эти, например, я знаю, что... ну как, запомнил уже. Что они в целом после одного удара, даже где-то сколько... О, выносливость, круто. Пусть где-то полутора удара, даже вот так вот, давайте скажем, начинают атаковать. Как обычно, это, знаете, игра на память. Если ты хорошо все запомнил, будьте счастье. Нет? С одной стороны, я хочу его завалить. А с другой стороны, он мне нахрен не сдался.
Жаль, конечно, что копьем нормально не получается поорудовать. Давай, сейчас ты будешь меня атаковать. Давай. Понял. Ага, а почему, кстати... У меня просто был вопрос, почему я не атаковал его. Здорово. Лао Яо.只好来求黄眉老佛，来到这小西天，拜过了佛爷爷才知，我这一生为他人虚度，少了许多快乐，不走了。虽说家中大王遭难，可世间福祸不皆是自取，为己活。 才自在。佛爷爷说的对，纵情自欲，无忧无虑。我从没像现在这般快活。嗯哼。想当年，我家大王也曾在佛地修行，连他的孩子也是菩萨的弟子嘞。 如今我皈依佛门，也算是追随大王。我劝老友，就留在此地，你我做个同门可好？Сорян. Я избранный как-никак. Все, да? Алая бутыль первопроходца. 想当年，我家大王也曾在佛地修行。 О, да. А ну-ка. Иди к папе. А, рецепт. Ну ладно. А он, кстати, не пришел бы сюда, пробежал бы мимо. Кстати, к слову. Так что, не, ладно. Это стоило того, чтобы этот... побегать. Так, а я не отсюда ли пришел? Да, кстати... Я отсюда и пришел. Так, там был спуск вниз. Да, вот он, все. Да, вот я в форме песца пробегал просто мимо. Да, все, теперь настало время не пробегать. Там сундук? Да, там сундук. Ага. А, ну да, точно, это ребята, которые с тентакливым монстром дружат. За сегодня у нас получилось два босса. Неплохо. Ну, пока что. Мы еще не закончили. Я не готов. Как же хорошо. Ну тебе надо, ты иди. Давай. Угу. Все, угомонился?
Понимаешь, я даже не вспотел, в отличие от тебя. О, ладно. Завалили мини-босса. Тоже приятно. Я, главное, все время на них глиняный ваджаре. Я всегда на них напарываю, знаете, когда не вовремя. Вот я прям совсем не это. Так, из клина которого при каждом шаге вырываются языки пламени и обжигают врагов. Повышает сопротивление жару. Логично. Ну, ну, интересно, конечно, интересно по-своему. Так, а, бутыль новый ты мне. А зачем? А, подожди, у него какое-то мега-свойство. Если бутыль полна, при глотке здоровье полностью восстанавливается. А-а-а. Понял, типа, если я первую самую потрачу, то этот... Каждый глоток мгновенно восстанавливает 20% запаса здоровья. Так, и в течение нескольких секунд восстанавливает 25% запаса здоровья. А, ну это вот Агнцева настойка, да. У меня вот это, со слезой черепахи. Ну, то есть это без ничего, просто я, к сожалению, качал. Но я не знал просто, что тут будет хорошие вещи. И в идеале мне бы вот эту. Ну, ладно, ладно. Просто вот эти штуки, по-моему, скинуть прокачки нельзя. Вот что-что, а это нельзя. Так, ну чё? Смогу ли я двоих осилить без ничего? Нет, не смогу. Ой, ну там мужик тоже стоит. Ладно, давайте. Если что, то умрем. А, ты в своего попал. Ага. А ну тебе надо. А вы там между собой давайте. Просто по хребту ему. Да-да-да, забыл, совсем забыл. Что, его с ноги бахнул. Да ёперный. У меня выносливость просто кончилась. Как же катастрофически не хватает, когда противники жирные. Прям вообще ужасно просто не хватает. Интересный ты человек, я тебе скажу. Ну или кто-то там. А вот, да. Давай подышим чуть-чуть. Там он просто пацаны еще молятся. Нам это не надо. Давай не будем их отвлекать просто. Будем уважать их, слушай. А, ничего себе, что ты умеешь. Воу, воу. Решил упасть, что ли? Давай.
сводим тебя к проктологу. Слушай, там неудобно на лестнице. Я уже вижу, что ты поверх нее ходишь. Давай. Ну, как бы. Ты, может быть, спустишься? Ладно, я ударю. Ага. Ты жив, мертв? Ты ушел в себя, я понял. Я не очень хочу тратить всякое, но с другой стороны, у нас тут есть один чувак. А, ты один. В смысле, серьезно, ты сам? Дед, тебя кинули. А он был только один, который смог сделать свою молниевую иллюзию. Я даже не сразу это осознал и получил от этого. То есть вот и все, да? Ну ладно. Все казалось проще. Ну, кроме, конечно же, этого мужика с историей про лисицу. Так, ну мы с вами практически заряжены на победу. Кроме того нюанса, что у нас абсолютно нету маны. И расходников. Но насчет расходников я как бы... О. А, вот новый рецепт, да? Порошок бодрости в течение короткого времени действия не расходует выносливость. Прикольно, кстати, вот это неплохо. Фляжкой, может быть, я займусь как-нибудь тоже потом сам для себя. Ну, в плане того, что этот... Ну, это не обязательно просто на запись. Вот. Особо смысла нету. Но копье классное. Блин, если бы я как-то с этими выпадами разобрался стойкой, то, может быть, даже и да.我与金蝉子还是同门，他是个认真的人，看不得灵山从来祥光瑞霭，山下却遭着苦困天灾。他说，凡诸众生皆有慧根，何以只有你我高高在上？其他人就只配磕头烧香。我说。 因为他们不如你我，后来他犯了大错，重入轮回，又收了几个徒弟，可结果如何？徒弟死的死，逃的逃，连他自己也躲了起来。要我说，这些去取经的都是废物。 信什么狗屁如来？不如我自己来。既见未来，为何不拜？ Ну погнали. Ни хрена не видно.
Работало. Это к чему сейчас? Согласен, у меня выносливости нету, дружище. За что? Кабанчик. Ты这笨货也被那老贼抓到了，这大豹比前邪门多了。 竟养出了此等厉害妖物，估摸老贼借了大师兄的道行，把这破袋子又缝补了一番。一起上，先杀出去再说。太君的玉兰会上，终生之徒，不生不杀，法器作何？我说。 Не вижу.
тихо, дай попить, пожалуйста. Да, я ни хрена не вижу в этой локации. Да ну нет же. Ага, он еще игнорировал эту. Ну куда? Ну куда? О чем вы? Зато я теоретически должен был выбраться из мешка. Кстати, слово. Но неудобная локация. Я вообще ни хрена в этом дыме не вижу. Вообще ни черта прям. Вот просто ни черта. Ну, кстати, если честно, то сюжетно это очень глупо. Типа, он заточил меня в мешок, но меня убили, я переродился вне мешка. Ну, то есть, твой мешок это херня полная? Ну, как бы, он же ничего не делает мне тогда, по факту. Ну, это просто очень глупо. А. Ну, тогда вот это очень глупо. Вот это слишком жестковатый немного, мне кажется. У него просто еще иллюзия вон какая-то, которая тоже меня лутит. Угу. Я говорю, я ни хрена не вижу и не пойму. Ну давай, давай. Давай, кабанчик, ты справишься без меня. Я же говорил, кабанчик справится без меня.
Что? Офигеть. А если я не хочу их убивать? А я не хочу. Не, ну этот ладно, этот-то враг. Я буду идти против твоего этого. Я, ну... Они хотели на меня напасть. Объективно говоря, так что это... Ах, вот ты как заговорил, да? А, иллюзии бьют меня. Понял тебя, понял. Да стоп, стоп, да стой. Держи. Да я пытаюсь отойти. Пытаюсь. А, нормально.
看看我这大雄宝殿，难道不比那灵山气派？ да ну твою дивизию. Да я пытаюсь выйти из формы. Четверочка, нажимайся давай. Я что-то не понимаю просто, что с ним делать. Ну давай. Понятно. Хрень полная. Твою мать. Кушай. Тебя. Ой, ну давай. Ману у меня нету, ни хрена у меня нету, но. Слушай, смотри, а я просто помню, что я, по-моему, могу просто переключать. Да, от состояния шока давай и действие не расход выносливости. Не, ну а чё? Раз я могу тут попереключать, я так и сделаю. Ну, типа я ж. Вот такой атаки я не помню. Увернулся.
Блин, ну... Ну давай, 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 давай. Есть. Нет. Только не опять. Ох. Я знаю, друг. Ох, что ж с тобой делать-то, а? Тебе осталось-то чуть-чуть, но... И у меня нету ни хрена, чтобы с тобой драться. Давай, на характере. Давай. Я вижу, что ты тоже устал. Ты что, зашел в твою молнию и получил урон, что ли? Ага, понял. Ну что?早先拐了我的宝贝下界，又借大圣之力把我的后天丹儿变成了销魂夺魄的邪宝，还化作我模样假我之名诓来了许多旧仇，一心逞能报复。大毒品，我早该猜到是你。<笑>恕罪恕罪。哼，管你一次我信，管你两次猪都不信。 我也不信，谁知这孽畜胆子这么大。我本要亲自收他，不料两位施主先到，无能。你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得。这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿士族淹死事小。 Я не знаю, что здесь происходит, но все это очень красиво.
师兄此番下界，倒是去了好久。说人话。这回我又赢了，金蝉子。祸乱人心，道果为因。 师兄如此执着输赢，可笑，可悲。若不能赢，还仗什么因果人心？ 石猴不过自封齐天，那四庆童儿却敢自立宗庙，自封世尊。亏得你佛心坚忍，勇猛无惧，竟抵住了他的引诱。那些个星君魔将、高僧大能，一个个乱了性情，坏了道心，真是因为放不下心中的偶像。 Блин, как же это красиво. Я, конечно, да. Так. Да. Задранный нос. Чутье стремится к аромату, чтобы разум нести усладу. Помогает искать скрытые ингредиенты. Так, стойкий запах ненадолго увеличит урон после твоего заклинания. Хорошо. На одном дыхании позволяет накопить до 4 очков концентрации, когда вы находитесь в огненном кольце. Блин, круто, но не для меня. Так, задержка дыхания увеличит время действия неуязвимости при уклонении. Два варианта. Один либо другой.
Давайте стойкий запах. Так.一纸经书令，父子反目成仇。他誓不与妖为伍，愤而离家，再也没回去过。如今因旧怨落困牢狱，才又念起故乡。可没了故人，又哪儿有故乡？ 北方有个真武，号荡魔天尊，昔年奉玉帝敕旨，剑法天下妖邪，龟蛇二将乃其左右侍从。可惜如今，龟蛇不再能合行，真武徒胜虚名。乌龟 ，согласен。 西天拜佛，山高路险，除了几位徒弟。 还有六丁六甲、五方揭谛、四支公曹，已是八位护教伽蓝保守唐僧左右，他们各有神通。你若见到，亦可多加来往。雪山大士舍全身求半计，故能正成佛果。不似这般。 怎能当得鼻祖？天生圣人若不敬天，孤高自傲，任意妄为，那又何来四海升平、三界清净？嗯，согласен。没人知道他究竟在想什么。嗯，ну。 По крайней мере, вот так. Итак. Да, подтвердить. Глава 4. Розовые щеки, седые волосы. Ну, как и планируется, добежим до первого сейва, и на этом мы закончим серию. Хорошо она прошла, надо сказать. Прям на удивление. Ну, если не считать обезьяны. <音>这一路挑到魔间，骨头都累折了。你这快些走吧，休要误了我吃酒。我闻到那妖婆有些个怪癖，八绝四师都要进补，每次进补必要成亲。有次夫人来此贺喜。 挑了面宝镜做礼，名为赵拱镜，且慢。赵拱镜，我记得夫人时常念叨，言语间好生可掬来。哎，你听我说完后话，那妖婆拿镜子一照，就失了神，转身就把镜子扔了。夫人因此生了闷气，便不再亲自做动了。 哪里都没个亲戚，哪里来的女菩萨，快下来说话！<笑>哎、женщина，这就走了，还羞死你！别走，женщиной。 Если я пойду назад. Нет, ну а вдруг? А вдруг там какой-нибудь сундук? И такой, типа, мимо бегаешь и не находишь его, правильно?
Ха. Слушайте, да я почти угадал. Ну, только не сундук, а душа, но тем не менее. И не душа, а воля, да. Ой, кабанчик, ты все еще со мной? И ты, боже мой. Нас ждут твои великие дела, друг мой. Ну, конечно, непонятно, откуда они шли. Но, в любом случае, мы залутали хоть что-нибудь. Ну, не зря, не зря. Так. Сейф-зону можно мне, пожалуйста, какой-нибудь? Ну, вернее, точечку мне. Точечку. Я обязательно погонюсь за женщин. Ну, можем заглянуть. Нам-то что? Ну, вот ты сам ответил на свой вопрос. Я? Нет, я. Там кто-то на дереве отвисает. Нас так быстро перекинуло с локации, даже прям без объяснения. Деревня Ланьси. Ух ты, новые противники. Ага, ядом, понял. Так, опять отравление пошло, поехало, да? Так, а кто ты? Ну ладно, не важно. Ладно. Я надеялся, сейф будет быстро, но нет. Не быстро, так не быстро. Вперед. Сейчас мы отмудохаем вот этого парня еще одного. А я к тебе не буду подходить. Я вообще за этим пришел, но... Вы знаете, когда этот как масть идет, прям так приятно играть. А у меня сегодня прям хорошо все пошло, на удивление. Ну, мне один раз обезьяна отмудохала, но опять-таки повторюсь, там очень неудобная карта. Прям. Вот из-за этой дымки я не совсем замечал, что. Ой-ой-ой! Договорился. Все, поговорили? Ну и славно. Сохранение. Видно, не здесь, да? Воу, воу, а что происходит? Здорово, мужик. Ага. Ай-яй-яй. Шенджи, что мы увидим? Чао Лао Чжу я кай-кай-ян. Куай-ши, куай-ши. Чем-то шанг-лунг дакай, джинг-йо бау-бэй. Наверняка. А что-то как-то очень много душ валяется. Это тоже они? Пауки. Хотя темный лес, пауки.
你为我扰，一进入朝，我们躲一躲也不亏人。 Они взрываются, да, ведь? А, нет. Показалось. Так, ну раз пауки, значит, тут будет какой-нибудь босс-паучиха. Ну, это просто самое логичное предположение. Ну, или не паучиха. Тут сложно сказать. Человек-паук, например. А, китайский вариант, конечно же. Легендарный китайский вариант. Так, кто-то там у нас чем-то кидался. Я это не оценил. Кто ты? Господи, реально, кто ты? Я много уклонялся. Ай, за что? Я ведь тебе даже ничего не сделал. Тебе было видно. О, не, подожди, это же грибы. Грибы — это же самая жопа. Что, ты с ним разберешься там, хорошо? У тебя грабли просто как раз. Вот это была бы хорошая нычка такая. Опа! И все. О, нет. Так, ты еще кто такой? Мотылек? Нет, нет, нет. Давайте разбирайся с тем, я разберусь с этой, с клешнерукой штукой. А, нет, это паук. Вот и паук. А я-то думал. Как успехи? Фига, че умеет. Дай-ка передохну. Ну чё, мы с тобой деремся, да, теперь? Странная энергия была. О, уклониться не смог. Блин, мотылек-то прикольный. Но когда он будет рарный, вот это прям будет вообще отрыв башки мне. А когда сохранение? Сундук. А, просто ресурсы. Ой-ой-ой. Ой-не-не. А если вот так вот, пацаны? Вот так вот, смотрите. Опа! Разные формы жуков, я так понимаю, да? Ну, это прикольно, по-своему. Дроже усиленной ауры луны. О, круто. Предоточие пустоты. Ну, кровь железного бока, да, это понятно, для улучшения нужна нам, но... Давайте-ка. Опа.
Сейчас мы потом еще одну штуку, чтобы нам мана восстанавливалась. Боже мой, это ж... Это просто победа будет, это просто... Нет! Ну давай, прыгай, богомол. Или кто-то там. А! Короче, он на подлинненького играет, я понял. Почему на подлинненького? Ну, то у него вот эти вот тоже атаки, когда он чуть-чуть ждет и ударяет. Чуть-чуть ждет и ударяет. Короче, тренирует игрока. Дрессирует его. Я случайно напал. Что здесь происходит? А ты не хочешь стать? Не, я не про тебя. Грибочек, ты придешь ко мне обратно? Молодец. Ага. Нормально он так это ловит меня. Уважение к грибу. Да забери пока. А что такой долгий этап? А если я кочурюсь? Кстати, это же все заново. Здорово, мужик. Там кто-то еще. Вижу, вижу, кто. Твое. Еще твое. Ага, понял тебя. Ты вон он, да, отдыхаешь, я смотрю. И как мне к тебе попасть, а? Да твою дивизию! Да нет, не то. Хотя, получилось тоже неплохо. О, сохранение, неужто? Неужто? Божечки ты мои кошечки. Да я просто нараздуплялся уже достаточно. Это новая локация с новыми врагами. Они по-новому пытаются меня... Да, подождите. Не, ну по два врага, конечно, это сильно. Ты охраняешь то, что принадлежит мне. Один самый прикольчик. А вот я его, получается, выбил. Ну, тут когда сразу атакуешь лежащего противника, он в целом, в принципе, сразу встает. Ну, получая люлей, но встает. То есть готов проводить атаки. В идеале сейчас кабанчика убьет, он из-за этого встал и отдохнул меня. Почем, конечно. Золотая маска. Легендарная, уникальная. А, золотое свечение, то есть это какой-то сет. А, ты дал мне сет. Ты дал мне целый готовый сет. А, не, его надо изготовить. Ладно. Хорошо. Допустим, маска Шаукана. Так. Если вы наносите врагу удар навыком духа, вы получаете особенно большое количество очков концентрации после обратного превращения. Угу. Угу. А, навыком духа. Ну вот, например, в моем случае это с единички, если я проатакую. Ага, понимаю, хорошо.
Так, а это что у нас за броня? Выглядит хорошо, внушительно. Так, ладно, после использования навыка душ или артефакта, атака значительно усиливается на короткое время. Ага. Нанося критические удары и одерживая победы, вы получаете небольшое количество ци. Небольшое количество ци. Ци это же маны здешние, по-моему, если я правильно припоминаю, то... Слушай, по-моему, это мой сет. Мне, правда, тонкой золотой нити на все не хватит, да? Раз, два, да, я вот сделаю, и на шлем мне не хватит. Но... Это уже очень хорошо. Что ж, на этом был сейв. Это было хорошо. Серия выйдет вышла дольше, чем, конечно, я обычно делаю, но... Не осуждаем, кабанчик.正因瞧着村子好，当年非要自己来化斋，我劝他说我去，他偏不听。后来听他讲，村子里有姑娘踢气球，我猜呀，他必是想看才嚷嚷着要来的。等他进了村，好嘛，踢气球的姑娘全是妖精啊，给他捉起来，还绑了个花样，吊起来戏弄。可见。 师傅虽是出家人，遇到稀奇之事，起心动念也是难免。 Ну ладно, будет впредь наука. Вот. Тогда не будем тянуть. Всем спасибо большое за внимание. С вами был Хрич Семья. Я Хрич и Батя Грегор. Мы желаем вам хорошего времени суток. Ни в коем случае не болеть. Побольше всего хорошего, поменьше всего плохого. И, конечно же, удачи. Увидимся с вами в следующей серии.